Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сейчас с вами совсем маленький урок. Часто дети жалуются, что купальники колются. Если мы клеим камни холодной фиксации, то мастера, специализирующиеся именно на этом способе расклейки, рекомендуют подкладывать при расклейке под купальник либо файлик, либо силиконовый коврик. С горячей фиксацией силиконовые коврики лучше не использовать, потому что на них конденсируется пар. А пар, соответственно, может привести к линьке бифлекса на сетку. После того, как мы расклеили купальник на нашей обычной доске с фланели, здесь у нас на подложечке камней мы видим, что приклеились волокна фланели. Но, к сожалению, это не 100% спасает, и дети все равно жалуются, что купальник колется. В таком случае, что мы делаем? Выворачиваем купальник наизнанку. Надеваем его также на досточку. Теперь берем обычную пекарскую бумагу. Бумага для выпечки. Можно любую, абсолютно любую пекарскую бумагу. Отрезаем от нее небольшой кусочек, можно поменьше. Как определить, колется или нет? Проводим ручкой, да, ну вот реально он царапается. Почему так получается? Потому что клей расплавляется, начинает проникать сквозь ткань, где-то вытягивается какими-то полосочками. Вот, и эти иголочки, собственно, и колят нежную кожу детей. Я думаю, что взрослым тоже не особо приятно. Прокладываем пекарскую бумагу. И можно с паром, можно без пара, без разницы. Проутюживаем, ну, держа где-то по 15-20 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Видите, у меня даже бумага чуть-чуть приклеилась. И вот сейчас я провожу рукой по камням, и они абсолютно гладенькие. Такой купальник не будет колоть ребенка.